А вон козлики, аисты сверху, гнездо. Вот там ставят такие круги, и они там делают гнездо и передают его из поколения в поколение. Аисты живут примерно лет 20. Вот, и передают вот еще потом своим детям и внукам и правнукам гнездо передается. Они его только каждый год оборудуют, ремонтируют, выстилают мягким материалом. Участвуют в этом оба родителя. Сначала прилетают самцы, позже самки. Аисты делают пары на всю жизнь. Бывают иногда исключения, когда самка меняется. Вот. И когда самка, и он уже начинает гнездом заниматься, прилетает самка, и дальше уже они вместе за гнездом следят. Вот так вот интересно. Козочки тоже потешные, и козлята. Самку тоже очень нравится. А вот смотрите, друзья, мышиный домик. Вот мы подходим к нему. Смотрите, тут столик у мышек, это за стеклом. Вот яйца, несколько яиц разрезано вкрутую, сваренных. Корм. Вот у них такие печеньки в виде уже пасхальных кроликов и курочек. Там панно вышито. Интересно туда заглядывать. Вон у них там сено. Вон такой комод. И выдвинут там ящик. И видите, тоже сено. Стульчик. Вот они тут живут. И у них пасхальные вот веточки уже тут наряжены внутри. В домике. В их мышином. Уже домик их мышины к Пасхе украшен. Пасхальным праздником. Примулы, нарциссы, барвинок. О, Франк увидел мышку. А, да-да, сейчас постараюсь вам показать. Смотрите, вон белая мышка. О, убежала. А, она вот лезет, смотрите, по лесенке. Оп! А, вон они там сидят внутри. Вот этот мышиный домик. Как выглядит. И вот садик у них свой. Видите? Как интересно. Поливалка с веточками форзиции. Гиацинты. Такой у них свой садик еще есть. Американская смородина белым цветет.